Виктор Романович, поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов на вашем поприще. Наверное, мне, как никому другому, повезло, что в период своего развития, образования, становления именно вы были рядом со мной. Мне повезло, что вы меня поддержали и молодого парня взяли на работу. Мне повезло, что на протяжении уже почти больше 35 лет мы бок о бок с вами вместе работаем на благо нашего узбекского футбола. Я думаю, сегодня вы достигли такого возраста, что ваш опыт, ваши знания могут очень сильно пригодиться молодому поколению тренеров, футболистов. Ведь вы за время своей работы раскрыли очень много специалистов в футболе, тренеров, менеджеров. А футболистов, наверное, я могу с уверенностью сказать, что эти футболисты стали флагманом нашего узбекского футбола. Это футболисты, которые добились максимума, стали лучшими в Азии, становились чемпионами, представляли нашу страну на международной арене в составе нашей национальной сборной. Я думаю, что футбол в Узбекистане очень долго еще будет. Я думаю, что вы еще долго будете служить нашему футболу, воспитывать талантливых футболистов. Ту работу, которую вы сегодня делаете в Намангане, я думаю, в скором времени даст свои плоды в виде раскрытия молодых талантов, в виде результатов, которые сегодня должна добиваться команда, болельщики которых, которые, я думаю, самые реальные и очень, очень хотят результата. Потому что Навбахор, по сути, это является визитной карточкой всего нашего футбола. Навбахор – это клуб, который достоин вернуть былые славные традиции. И с вашим участием, я думаю, клуб добьется желаемых результатов. В 1995-96 году под руководством Виктора Романовича я играл на Навбахоре. И в 1996 как раз стали чемпионами. И дважды кубок взяли под его руководством. Потом я в 96 году закончил играть, и он мне взял помощником тренера. Ну, сначала дублер поработал, очень помогал мне. И по сей день подсказывает, что не то там, помогает, в общем. Ну, завтра у него день рождения, хочу пожелать здоровья прежде всего. Очень хороший человек, ну, чтоб в дальнейшем все было у него хорошо, в семье благополучие, счастье, удачи, чтобы долго лет нас радовал своими подсказками этими, и дай Бог ему здоровья. Виктор Романович, бүгүн я яңгиз билан чын қалбымдан табриклейман, бүтін команда номидан, болдар номидан, узум номидан табриклейман, Худо холосы, 96 жыл чемпион болгансыз, Худо холосы билан биргеликте шунақ чемпион болып, жүрүш насып кылсын. Bunaqa yoshini ko'pini ko'ring, yuzga kirganda ham birgalikda tug'ilgan kuningizni nishonlash nasib qilsin. Viktor Romanovich, хочу от себя лично и от всей команды поздравить вас с юбилеем 70-летием. Пожелать вам счастья, здоровья и еще прожить столько же лет. Спасибо, что вы столько сделали для нас, для меня. Я работал под вашим руководством. Это было для меня большим уроком. Вы многое дали футболу, как и мне, так и многим другим футболистам. Еще раз хочу вас от души поздравить. Виктор Романович, сіз туған күніңізбен табриклейміз. Ұмырыңыз ұзақ болсын. Наша футбол карьерасында яна ваш тренерлік анақтайсы омат тілейміз. Хар дойым ашынақы здоровый бақуат болып жүрейін. Омат тілейміз. Шынша командамызға жолдан беріп келесіз. Яна хар дойым үшін яныңызды болыш. Абады насып қысын. Табриклейміз, Виктор Романович. Давайте, ребята, верьте в победу, верьте друг друга и выйдите с победы. Давайте, удачи! Давай, давай! Давай!